Вечерочек. Правда, не воскресенье, а понедельник. Но это не мешает нам катать стрит. Мы сегодня выехали на 34-м на вот таких вот тягах. Он, конечно, мисловый, но сегодня будет необычный стрит, потому что сегодня мы будем повторять вот это. Вот это прикол! Для этого, ребятушки, я достал ее. Блять, ногу оператору сломали. Сейчас будет пиздово. Блять, вы не можете. Блять, обо что я въебался? Об меня. Если бы я его ногу не убрал, ты бы мне опять попал. Не надо так, давай, нормально. Тебе повезло. Это был рабочий момент. Ну это. Это так. Это раскач. Это раскач. Сейчас, Андрюш. Блять, да что? Охуенный кадр. Блять. Короче, мы поняли, что дешевле убивать себя, чем ты. Спасибо. Но он не убиваемый, поэтому он еще и мощный. Сейчас я попробую это сделать. Ребята, подожди. Мы сегодня сделаем красиво, я вам обещаю. Мы сделаем. Смотри, как Skyline проехал. Не, подожди, дай я даже эту сфоткаю, блядь. Идем, Санек. Тачка вот. Тачка другая вот. Блядь, это будет лучше. Это лучшее видео по слоумо будет, я тебе базарю. Скейтборд, блядь. Ну, Skyline вообще там... Ну, это вот мисло, вот это прикол мисло. В этом есть вот прикол. Блин, капец, нет. А вот это, именно на этой части, ну, мило, как место, мне прям... Выбор. Да ты поехал, я даже не вижу. Во, видишь, что, про что я говорю? Да. Да. Вся вся аппаратура херня опасная, блядь. Опять в оператора, пиздец! А я победил. Ну давай. О, тут уже получится. Это было близко, но немного не там. Это было не близко. А, да? Railhead and Death is sponsor. Как-то так надо. Попадать. Ну да. Помогите. Короче, Саня на суете.
Skyline в ахуе. BMW в таком состоянии. Сейчас мы поправим. И будет просто так. Вообще, сейчас на силу ехать. А это те же покрышки? Да. Что и вчера. Да. Во, вот так нормально. Да. Тритуха. Одинаково выкатали, получается. Обалдеть. Сейчас будем второй выкатывать. А где второй? А второй аккумулятор вот здесь. Блять. Уронил, короче, аккумулятор. Я надеюсь, что я его не разбил, потому что у нас не так много аккумуляторов, как хотелось бы. Ну, короче, мы посмотрим, пока что с 30, пока там Саня пипетом занимаюсь, так сказать. Блять, в смысле вспышка выкл? Ты про эти звуки говоришь? Да, про тресканье. Это серво. Замечательно. Вот, видите, это мы сейчас сделаем. Вот это попугай насрал. Вот это мокрица ползет. Санек практически заменил аккумулейшн. И он сейчас будет делать стритейшн. Ну, кстати, с краном тоже нормально. Но это немножко, то есть мы его перекрасим потом. Когда-нибудь. Ты. Ну да. И будет красота, но это потом уже. Пока пусть в таком состоянии. Это боевой. Это боевой Skyline. Главное, чтобы диски были целые, потому что я думал, что если мы на большой скорости шатаемся в эту, в тридцатку, я боялся, что диск расхерачит. Но его не расхерачило, это радует. Что диски такие фиг найдешь. Ну, ты же найдешь, ну, конечно, но не хотелось бы, так сказать, покупать новый диск, когда у тебя есть старый. Короче, ситуация. Саня попал не в ту дырку, но мы сейчас все сделаем. Бывает. Вот, так сказать, пацанчики иногда промахиваются. Вы помните, как я промахивался с жигой? Вот, также с корками тоже так можно промахнуть. Тачку мы сделали. Санек может начинать катать. Аппаратура севшая, вот это вот очень плохо, потому что Sky этот бесит, короче, только так. Поехали. Какая задница. Пиздец. Поехал. Ух, блядь. Пизда. Новое место, я буду снимать с этой стороны. Блядь. Буксир или что сейчас? Бля, боюсь, наклейка охеренно смотрится. Знаешь что, поставь ее, короче, жопой. Вот так. Пизда! На хвост наступил бедный BMW, блядь. Это битва BMW против Nissan или Nissan против BMW, короче. Но следующая наша задумка... Я для этого куплю две куклы, пацаны. Блин, серьезно? Да! О, да, детка! Ой, блядь! Хорош. Блядь! Короче, Саня, вот он. Ух, бляха, муха, вот хорошо. У меня родился честный эксперимент. Снимай. Давай. Короче, пацаны. Так как говорил мой дед, если не получается, так сказать, вот так вот, то можно делать по-другому. Сейчас мы прибегнем к истокам. Сука. Мы так давно не делали этого. И вот наконец-то спустя я даже не знаю. Сейчас такая легкая. Да. Конечно, мы на BMW не катали, очень давно не катали на BMW. Но, в общем, времена меняются, и теперь BMW решила совесить возмездие. О, тут даже не надо ничего страшного. Ну и замечать. Нет, все-таки надо. Сейчас, ребят, я вставлю и нормально. Бля, эхо-муха, извините. Это ты или это аппаратура? Случайно я нажал. Потому что чуть нажимаешь вперед, она начинает... Короче, ребят, в клеточку. Сейчас мы сделаем Skyline.
Готовьте, сейчас я сделаю то, что я хотел. Дай снесек. Да. Можешь снимать скайлайт. Ребята, я на BMW снова. Ух ты, ёшкин кот, она реально очень легкая. Она очень легкая. Я видел, я чувствую это. Блядь, сорян. Не, это не то. Сейчас. Я хочу, я уже знаю, что это. Так. Я так обосрался. А ты снял туда? Да. Без паники. Все нормально. Это было облегчение автомобиля. Сейчас. Ну, с тридцаткой, в принципе, все нормально. В принципе, ой, не считая того, что она в кустах, все хорошо. Но есть одно но, потому что у нас что-то отлетело. Я сначала подумал, что это колесо, но оно целое. Короче, отлетела морда у нас. Блять. Это фейс. Фейслифтинг. Ну, тачка нормальная, кстати. То есть она прям живчиком. Я думаю, что еще пару раз и она не будет. Да, но мы и больше не будем так врезаться. Но вот даже капот загнул. Вы просто посмотрите, как капот загнул. Ебать. Сейчас все будет. Сейчас будет нормальный кизовол. Пацанский, хороший. Вот, ровный, так сказать. Сейчас будет. Это расходник. Надо, чтобы она... А вот сейчас я еще раз. Так, нет. Еда. Если я наеду рычаг, это была хорошая парковка. Блять. Ой-ой-ой. Все, хорош. Все, остановись. Что с ней случилось? Ребята, я, по-моему, еще сломал. Но мы сейчас попробуем поменять корку. Возможно, это из-за того, что корка трется. Не, погоди, там скрепочка еще одна. Сейчас я достану, она прям. Блять. Опа. Итак, итог. Попробуй навалить так. Итак, вот тут какая-то проблема очевидная. Я что-то сломал. Давай ее поднимем, посмотрим. Вообще жопа будет. Тут более явно красивая, чем морда. Лучше уходи. Да? Приближай, да. Сейчас тебя. Да я попробую. Я слушайте. Но это было немного не так, как мы хотели. Но мы все равно проверим то, что мы хотели. Вот они, две неслушки стоят. О, блядь. Я занял позицию. Ой-ой-ой, это было хорошо. Морду выкинул. Саня кузовщик. Я проглотил морду. Морда? Морда где-то вот тут. Мне кажется, нихера ты ее закинул. Скайлайну все нормально. Тут тачка стоит. А это, блядь, тачка уже едет. Пизда. Здравствуйте. Пизда. Ой, блядь. Блин, почти. Да. Я знаю, как я назову эту серию. Блядь. Я знаю, как я назову эту серию. Волан-де-Морт отпиздил... Нет. Как это? Дамблдор отпиздил Волан-де-Морта в электричке. Тридцаточка. Живем. Она в хорошем состоянии.
Блять, я даже чуть не упал. Пизда. Ты на чем встрял, брат? На камне? Да. Охуеть. О! Будет так перевернуть? Да! Да! Блять, я думал, где она? Пиздец. Параллельная парковка. Параллельная парковка, блять. Интересно попробовать. Сейчас будет маскировка. Не-не. О, да. А вот что это? БМР не стал. Блин, это же повтори за мной в реальной жизни. Да. Прикинь, так одеть ее. Я снимаю. Блин, Вован заставляет меня прыгать. Все, садится, да? Да. Зашибись. О, блин, это выглядело, как будто ее одел. Зашибительно. Кстати. А я хотел покататься. Бля, ты молодец. Да. Ну а теперь на последующий. Я хочу сделать кое-что красивое. Блин, жалко, что у нас нету, короче. Знаешь чего? Или есть, подожди. Пиздец, блять, тут анархия. Мы ебанулись и сделали вот такую хуйню. И сейчас будет весело. Сейчас будет. Ошалеть. Нам нужны шнурки в следующий раз. Мы возьмем шнурки. Нам в следующий раз шнурки, да, и вот сюда как-то это прикрепить. Все. Да, это будет... Это уже... Это будет новый эвакуатор. Yeah. Это знаешь, как в том видосе, где чувак, короче, на жиге такой... Ну, вы поняли, я его вставлю.